звездная страна, снится мне издавна, снится мне она. О, 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 о,
нажимаешь. Я сейчас там стянула с веревки. Ага, сейчас едет. До конца? До конца записи? Сейчас мировцы формируются, потом становится. Раз, смотри, что будет за он сразу полностью становится прям. Снова нажимаешь красную. Нет, я там запасу. Снова пошел запись. Давай, давай. Ладно. А я еще это сейчас. И что тут не прибавляешь, только запись, чтобы была. Представляешь? Женщина с подъезда дала. Женщина с понятием. Блин, таки тюрьму подогнала. Давай, давай. Хороши. Давай, давай, давай. О, че? Все, дай, погоди, выпить будем. Руки грязные. Бери мои руки. Подожди. И... Давай, давай, давай. И я тоже. Ты полный? Я полный? Ты что, говори у меня еще? Thank you.
хоть что сделать, хоть руки мой, хоть в душ сходи, но да, хоть душ иди, хоть вообще-то в это, хоть душ сходи, но все-таки сделай что-нибудь, достань эту покатую бутылку. О, Анатолюшка, придумала я, снимай ты эту бутылку вместе со своим посамокингом. Помоги мне, помоги. Не могу. Ой, ты у меня умница ты моя, красавица. Ой, голова ты моя светлая. Ой, ты... Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что у нас там получается. Да что ж ты не роняешь, женщин с праздником весны, красоты и любви. А где красота и любовь, там, конечно же, и женщины. Поэтому мы дарим этот концерт вам. Исполняется песня «Дарите женщинам цветы». Дарите женщинам удачу, пусть проникает
больше кровь. И больше на счастье больше. В нашей жизни так бывает. Ценим мы только тогда, когда теряем. В нашей жизни так бывает. Мы добром на доброту не отвечаем. И порой не замечаем грустные глаза своих любимых, что прощают нам и делят радость и горе. О-о-о. Дарите женщинам цветы, дарите женщинам улыбки, дарите женщинам стихи, прощайте женщинам ошибки, дарите женщинам любовь, дарите женщинам удачу, пусть сберегает все кровь. Дарите женщинам цветы, дарите женщинам улыбки, дарите женщинам стихи. Дарите женщинам стихи, дарите женщинам улыбки, дарите женщинам стихи. Прощайте женщинам ошибки, дарите женщинам любовь, дарите женщинам удачу, пусть заиграет синхрон. И пусть они о счастье плачут. Дарите женщинам цветы, дарите женщинам улыбки, дарите женщинам стихи. Прощайте женщинам ошибки, дарите женщинам любовь, дарите женщинам удачу, пусть заиграет сила кровь, и пусть они о счастье плачут. Дарите женщинам цветы. Очень хочется порадовать нам сегодня всех гостей. И для них мы приготовили много праздничных затей. Желаем, друзья, и в конце, и в начале, чтобы вы ни на минуту у нас не скучали. Что-то грустное вам покажется, что-то рассмешит до слез, ведь концерт наш называется «И в шутку, и всерьез». Для открытия нашего праздничного концерта мы предоставляем слово главе Ашинского сельского поселения Павлу Аркадьевичу Килину и Серовой Людмиле Александровне. Добрый вечер, уважаемые дамы. Сегодня поистине большой праздник, Международный женский день, который посвящен вам, всем присутствующим. Но вот сегодня хотелось бы отдельно отметить маму. Ну, в принципе, здесь многие мамы сидят, но это будем считать, что супермама. Я зачитаю поздравительный адрес, но он как бы будет относиться и ко всем присутствующим мамам. Уважаемая Валентина Яковлевна, примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий материнский труд, достойный искреннего уважения, восхищения и признательности. Этот труд состоит из очень многих составляющих, и задачи его одни, из самых сложных – воспитать людей, которые бы унаследовали лучшие традиции, выросли добрыми, трудолюбивыми, такими, чтобы ими гордилась эта великая страна. Во все времена мама была и остается самым главным, близким человеком для каждого из нас. Ваше материнское сердце хранит огромную любовь и доброту. Руки источают тепло и нежность, а душа переполнена энергией и готовностью помогать и защищать своих детей в
всегда и везде. Пусть ваше сердце согревает любовь и забота близких. Каждый день будет наполнен радостными и приятными событиями. Счастья, здоровья, благополучия, душевного спокойствия, любви, мира, уюта вашему дому. Спасибо. Продолжатель.
не сидится. И все мы с птицами согласны. Когда кругом весна, то на душе прекрасно. Погрейте кабака под солнышком весенним, а песня пусть будет вам отличным настроением. Итак, песня «Гармонист Тимошка».
моя, моя дорогая, проходит года, не вернешь. Я помню, когда ты была молодая, мне нравилось, как ты поешь. Я помню, как в детстве уже засыпая, я знал, ты мне песню споешь. По небу летят журавли, живи, моя мама, живи. Сказал, что ровно 8,
я не приду, любимая, к тебе. Но где же ты, любовь моя? Хорошее настроение, смешно.
я его найду. Ох, найду. Да нет, Лёва, здесь никого. Ага, нет. А пиджак? Не пиджак, а пальто. Неважно, я его все равно найду. А тебе такую историю расскажу. Как-то один раз меня в трамвае так под зад пинанули, что даже кончик сломали. А я все через мужскую волю кулак вот так вот взял. И все, в трамвае езжу. Понятно? И вот и все равно найду. Да понятно, понятно. Найду, я его найду. Да еще все равно никого не найдешь. Ага, шкаф. Да нет там никого. Одиноко стояла Ива.
Мела во дворе.
вареньем пора. Опустели твои закрома, холод-холод постучался дома. Деревенька моя, старая, теперь я тебе до земли. Ты прости, что тебя мы оставили, и корнями тебя не вросли. Но пришла весна, и ты расцвела, зашумела по дворам детвора, заиграла гармошка ночи, щитов каша закипели печи. Деревенька моя старая, поклонюсь я тебе до земли. Ты прости, что тебя не оставили, и корнями тебя не вросли. Когда разбежался народ, кто куда, стала полную ты сиротой, каждый дом наклонился трубой, и не слышно по утрам петуха, и не щелкает гнут пастуха. Зарастает бурьяном земля, раньше у вас и двух видно не было. Чтобы маникюр получился действительно французским, делайте его на фоне плаката Эйфелевой башни. И непременно к автавке. Раньше эпиляция приносила болезненные ощущения, но теперь это в прошлом.
а нужно просто стать рядом с костром. Костер, ударьте огнем по проблемам. Чтобы избавиться от лишнего веса, совершенно не обязательно ограничивать себя в еде. Попросите главбуха ограничить вас в зарплате. У вас не будет осиная талия. Если вы не успеваете ходить в солярий, то просто гуляйте с на вид нездоровым бледным человеком, и цвет вашей кожи заиграет по-новому. Сбросить 60 килограмм за один месяц вам поможет чудо. Вам поможет чудо по 20 килограмм. Носите чудо с собой, и чудо произойдет. А если у вас ломкие ногти и хрупкие зубы, то вам поможет отвар из кальция. Вот этот. Таким образом, данный комплекс средств вам поможет всегда быть на высоте. А если нет, то воспользуйтесь стремянкой. До свидания. Милые дамы, вы не перестаете нас удивлять. Не только своими чарами, но и талантами. Сегодня своими талантами нас порадует Даша. Для вас станет колыбельно. Очаг семейный и родимый кров, в них жизни нашей вечное движение. Жена и мать – основа всех основ. Недаром даже каждый мужчина твердят друг другу долгие года. Во всем сначала женщина мужчина, истинный мужчина. Для вас, милые дамы, звучит песня «Деревенька». Говорила мама мне, где-то школа, где-то ехал.
Разве жить можно жить на свете? Без женщин жить
нельзя на свете. Нет. Спасибо всем, кто был в этот вечер. Праздник!